Re, viss ēters ir te! Родители Томаса мечтали о том, чтобы их сын стал тоже музыкантом, как и они. Папа альтист, мама работает в консерватории. Но вот как-то на сердце ему музыка не ложилась. Заниматься не нравилось, а слушать нравилось и нравится до сих пор. На одной из, как бы мы сейчас сказали, тусовок он познакомился с симпатичной девушкой. Записал свой номер телефона, записал свою фамилию. И девушка посмотрела и увидела там фамилию своей учительницы, которая ей преподавала в консерватории. Оказалось, что это ее сын. И они решили расписаться. Расписаться по-тихому и потом когда-нибудь устроить уже вечеринку для своих друзей. Расписаться решили 1 августа 1991 года. А 30 июля он приехал сюда, на границу между Литвой и Белоруссией. Его крест мог бы оказаться здесь, в этом ряду из 7 крестов, 8-м. Мы думали, что распишемся и поедем на Курскую косу, побудем у моря. А потом уже сделаем для друзей там какие-то. Так мы уже подготовились, огурцы засолили на деревне и так далее. Так вот. В ночь на 31 июля на КПП в литовском местечке Медининкяй, это между Литвой и Белоруссией, дежурили 2 дорожных полицейских, 2 бойца подразделения АРОС и 4 таможенника. Один из них, 28-летний, Томас Шарнес. К ППП подъехал УАЗик. Из него выскочили люди в камуфляже, но без опознавательных знаков. Приказали лечь на пол, потом были глухие хлопки. Свидетелей у этого убийства не должно было остаться. И Томас получил свою пулю в голову. И знаете, больше всего помогло любовь. Когда я говорю про любовь общую, если люди любят свою землю, там, страну, свою квартиру, свою улицу, тогда все хорошо. Вот это любовь только. Не финансы, не какие-то другие. Я к себе не приписываю. Это как люди из детского дома. И если у них достаточно было в жизни любви, тогда все хорошо будет. Если нет, тогда он не встанет никогда в жизни. Так я думаю, что самое главное – любовь. Несколько операций, инвалидное кресло навсегда. Но через 3 года они поженились. Еще через 4 у них родилась дочь. Имя ей выбирали вместе – Гертруда. Ей вот-вот исполнится 18. А Томас стал священником и сейчас возглавляет церковь евангеликов-реформаторов Литвы. Все эти годы длится и официальное расследование. Меняют статьи обвинения. Есть и один осужденный. Пожизненно. Боец рижского ОМОНа. У вас есть какое-то отношение к ним? То есть вы хотите, чтобы какая-то судебная власть восторжествовала? Конечно, конечно хочу. Но я не хочу это вникать. Там очень много лжи и всего. Ну, надо жить просто. Пускай работают специалисты, но это дело не закрыто. Один только сейчас в тюрьме, но другие в России. Россия не разговаривает по этому теме. Ну, это у них это проблема. Это надо молиться, чтобы в России больше было в любви. Томас Шарнес тяжело соглашался на это интервью. Вспоминать о прошлом ему больно. Но не помнить нельзя. Слишком многие вещи так и ходят по кругу, как фазу луны или времена года. И только слова, определения появляются новые, как, к примеру, гибридная война. Сейчас цикл, наверное, что подросло новое пушечное мясо. Или, я не знаю, как там генералы или полковники КГБ думают. А вот тогда, 25 лет назад, вам было 28? Да. Тогда вы себя ощущали пушечным мясом? Понимаете, я просто думал, что, как вы сказали, если не я, так кто-то, да. Я уже был человек после армии, и уже имел какие-то свои взгляды на жизнь. Мои родители работали в Финляндии. Я там был и посмотрел, как живут финны.
и как они боролись за свою независимость. Тогда, в 91-м году, еще несколько недель оставалось до путча. Несколько месяцев до Беловежского соглашения. Его страна боролась за свободу. Он – за страну и за собственную жизнь. Из Вильнюса и Мединенкяй. Солвита Денис, личное дело, латвийское телевидение.